На Колыме подведены итоги выборов. В течение 3 дней жители региона формировали новые составы Магаданской областной и городской дум, а также собрание представителей районов Колымы. Явка избирателей составила 34%. Большинством голосов колымчане поддержали партию «Единая Россия». В состав Магаданской городской думы вошел 21 депутат, каждый из которых выбран по одномандатным округам. До 2020 года в состав Заксобрания избиралось 28 депутатов, из которых половина проходили по партийным спискам и лишь 50% по одномандатным округам. Внесение вот этих изменений в устав города Магадана и то, что у нас сейчас 21 депутат-одномандатник, это говорит о том, что депутаты стали ближе к людям. И в городе Магадане не надо заниматься политикой, нужно заниматься элементарными вопросами чистоты, порядка, благоустройства, экологии, образования. Вот. И такая вот связь, будем говорить, беспартийная, она, конечно, лучше. Хотя всем, кто хотел участвовать на выборах от политических партий, им такая возможность была предоставлена, и они могли в честной борьбе получить эти мандаты. В Магаданской области с 11 по 13 сентября работал 91 избирательный участок. На каждом было организовано общественное наблюдение, а также велась онлайн-трансляция, которая была доступна в сети интернет в реальном времени. За весь период наблюдения серьезных нарушений зафиксировано не было.